Эй, а можно аккуратно с вышкой на еле стоит? Спасибо. Какой средний возраст здесь состава? Это нам зубы все сломал. Было отмечено начало. Джона Рида, бля, вообще. Горюха, это вообще. Играли? Джона Рида, кстати, сейчас. Ну, там ремонт хотя бы. Отворот, парни, отворот, катание мешков. Это 2010-е, бля, начинаю. Лежишь, только нахуй даже не понимаю. Не, помоги, помоги. Сядь,
Сам поехал? Да. Давай. Завтра будет, завтра будет. Завтра кто-то другой будет. А? Завтра кто-то другой. Я работаю. По воскресенье. А, ты по субботу. По воскресенье. Давай, тогда до следующего воскресенья. До следующего. Хорош! Как ты? Да, Лёш, да! Лёш! Все, же блоки есть. До конца, да? Лево, лево. Какая? Серик. Гони, гони, что один, конечно, пока. Как будто в 2010 году, ой, в 2012 году сижу, что тут. Серёг! Последнего коснулась. Значит, точно. Вверх, давай, два. Мяч сыграно, где? Начинай, начинай. Вот. Просите. Пса, лезь. Есть, Ань. Все, слева, с победой, ребят. Что такое, говори, нельзя прикалывать. Давай, давай, Антон. Саня, давай, посмотри. Ворота, блин. Я далеко. Видишь, есть право. Не играл, не играли. Почему? Типа они... Нет, на самом деле, они вот так же, как и должны, пытаются задать шестую, в итоге это просто... Ну, а у шестую, например, так нормально. Динамо так нормально играет. Кнопка есть. Стой. Таня, а ты если завтра Сара увидишь? Да, ты же Сара. Я Отходим. Нет, с 9-го в Фрунзлиге, а до этого они могут где-то тренироваться.
за бутылку пива. Прикалывались тогда. Ну да, это не про... У меня еще два игрока. Сигнал, ставь мяч. Серый, отходим, Сереж. Отходим. Блять, скорость матча это 3 узла в час. Плюс 22. Завтра? Ну все, скажи! Какая у вас хорошая игра! Алло! Алло! Походу, завтра, наверное, будет водопой делать. Кстати, это не вторник тоже, как? Можно на сутки? Сигнал, вижу. Он просто на неделю на сутки просто вписывается. А что, где находится Джона Рика? Где премьерка? Нет. 625 школа. И не на Джона Рида вы играете, это Сара. Да, играете здесь. Сара графику не правильно. Просто Сара каким-то образом решила поменять вообще. Корба нормально? Так, на женский матч чем-то похоже. Ну, по скоростям, да, я тебе говорю. Я женские матчи не люблю снимать. Там камера. Я на них засыпаю просто. Хорош, хорош. Я могу перемещаться 3 метра сюда. Ну что? Спроси того, который в атаке такой мысли. Один. Такой нет, я не знаю. Ой, блядь, ты в атаке. Домой! Иди сам, сам! Интересно, сегодня голы будут? Так далеко идти на него, я не знаю. Да я уже посмотрел. Нормально. О, у меня два! Сколько сыграли? А? Сколько сыграли? 12.
Толмек. Такой есть. Нашел один. Пошли. Вот, коттедж это женскую судьбу. Коттедж это женскую судьбу тоже мне уже. Да. Я смотрю вот это. Вот это. Да, 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 да. I'm генерал. У меня, короче, статистика 7 на 7 женской. Одна игра, одна желтая карточка. За неспортивное поведение. Куда его, ты его послал? А я мячик просто пнула. В стенку. Какая-то плохая девушка. Я мяч не смогла принять просто. Опа! Опа! Вдвоем одного. Можно не предупреждать, господи. Можно его. Полшага сделай. Исторический факт. Так я вам уже Макса с Корбаном дал бы. Еще найди какой-нибудь. Паш? Нет. Рената, найди. Ура! Первая. Первая засечка? Нет, ладно, это уже вторая либо третья. Штанга была, да, нет? Срочно пишу вот такой текст. Давай сюда. Я не знаю. В отличие от тебя, молодого, блядь. Ром, левая, догоняй! Да, ты да, сразу с Чули ты не играешь, блядь, а сложно такое даешь. Что у тебя рядом стоит, Дим. Я говорю, он в солнце светит, блядь. Поиграешь как? Леша! У меня правый, ёпта! А это вообще не обязательно. Это знаменитая история, когда он даже зимой сказал, типа, мне неудобно. Не, туда! Давай, вот! Обратно сыграем, куда ты чертишь? О, Иисус! Быстрее завершу. Хорош, хорош, сейчас За кого вратарь Телек играл? Зубарев. А, за кого? За кого? Какая карьера? Не помню просто. Закончил свой путь в футболе в 2019 году в команде Black Energy, которая славится своими долгами. Ну я ничего нет, не знаю. Нет, нет. Все там играли, но всех тебе больше. А где начинал? Начинал. Команда Кекс. Серега есть. Это где Мура еще играл в момент. Право, да. Пойдем. И Малания. Твой правый. Работали все время забивал. Оп,
За них, за кем сыграл Дикаев, который играл потом в Лос-Анджелес Гэлакси вместе с Бастианом Швайнштайгером. Справочник. Да. Ну как, он отыграл... Ну где вот Швайнштайгер? Разобрался. Выборил. Опа. После прикладки. Один гол. Не забыл. Нет, ничего не ставил. Не те лайвы ставят. Они на пьяный гол. Гриш, попадай. Да, побольше бегать. Это вообще не мешает ему играть. Это прекрасно. Вот, вот, вот. Ширину, ширину. Ширину, здорово. Еще один матч. 41 год, последний матч. Сейчас, сейчас. Там, Рок. Здорово, Серега. За месяц два дал, было 2009. Там, где много... Пока они, кстати, не дискутировали ни один пол. Кстати, про это можно. Пусть игра. Я свисток даже, кстати. 22 минуты без меня. Это шарик, Сань, повернули. Ром, ты спина, Ром. Потому что все играют в шляпу. Можно всем бейджи дать. Дальше. Потом на 40-й массовой драке. Шанон приедет, можно мне? Не сыпьтесь, один покажет. Сука! Берем. Гриш, Гриш, один. Гриш, Гриш. С тобой. Один. Даже ругается культурно как-то. Ну сука! Гриш, проси, Манель дал коллаб. Мало подходит ворота, вот здесь. Пушка редкая. Корбан, убери водичку, пожалуйста. Корбан, убери воду, воду убери. Нет, Серый, не троим. Юрий, я останусь.
него, Саня, в него в центр держи, чуть! Да, один, один! Один. Давай, давай, давай. Сегодня без полу. Их сегодня в том, что на шаре. Пять. Хорошо, ты здесь. Нет, надо штаны поверх. Да, да. Нормальные результаты. Вот это уже можно будет и в комментариях. Давай! Хорошо. Ты что не пошел? Потом, ваш старик. Ты взял простукер, да, что там? Она правда, кто дал тебе тот? Я сейчас сиди. Раскрою. А я убью. Нет. Какой ты добрый. Чтобы не лишать хорошо. Правильно. Какой? Зачем ты сыр у тебя бессрочно? Есть камера. О, Лёха! Покажите, Лёха! Я говорю, надо дожить до 41 сначала, чтобы все везде. Вы на нем напали. Потому что ты обижаешь Диму. Пока еще без кулаков. А я вывезу. Как вывезешь? Мы тебя вывезем, мы тебя упадем обратно. Мы не посмотрим, что твой друг Макс знает. Он не заявит 10-ю команду в правоперейку? А вам что, залка? Нет, нам наоборот нормально. Хит-то хит-то сыграл. Нет, ну так, в таких скоростях спит, конечно, тяжело. Просто когда они играют против Динамо 4, там... Пробуй, Антон, пробуй. Горишо. Пап, пойди, пап. Сигнал. Алло. Давай, давай, сиди. Ворота. Для нас тут забыли как играть.
Грать, голова. Отходим! Идем, идем, еще, ну, еще, если еще! Так не присматриваться, да. После видео. Чего варанье похоже на них? Не, это они ногу делали, это не их старая форма, да, согласен? Там Паш один! Помогу, тормози! Оставляй, дыши, дыши! Минуту играть! Это не я! Парни, все уже время. Так, за Ники там. Нам туда. Я Игра. Говнишку закатили. Это будет 32 резника в таком. Мы просто на солнышке постояли весь день. Нагрелись. Упаковку взял. Осторожно.
Там позади. Помогайте, помогайте. Карабекян, блядь. 34. Веселов, Корба. Давай, повыше, Гришка, Лёша, повыше. Вот, вот твой Гриш, да. Лёша, блядь. Давай, играй. Игрока! Подвиньте, что-то стало. Продолжение. Лёха, Лёха! Да, я знаю, это моя база. Я не спорю, я не спорю. Выше, Леша, Гриша, обернули. Корбан едет. Забирай, Саш. Вот она. А второй, да. Блядь, стоит это второй тэп. Есть у тебя один, рома, один, еще по головой. Работай, Гриша. А мы живем, вот, Димон, ну зачем мы теряем мячи? Пять, товарищи. Заступ можно, да? Да, любой. Хорош! 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 Блядь, просто пошел, блядь. Хорош! Все, блядь. Не, разыграно 5 баллов. Галтер, блядь, лучше. Я толстый, я не знаю. Опять дыхание, блядь. Леш, рост, заряд. Можно? Там пошли за мячом, пошли. Играть, играть. Ой, остается. Все, все. Хорош, Леша, умничка. Гавар, видео, видео. Да, да, да. Сигнал. Отходим. Телеги.
Ренат в моменте просит Гавра не играть против него и уйти на другой фланг. Молдохи, по праву. Поле. Сколько ты играли? Практически 10. Давайте не ослабляем. Что еще можно сказать? В начале второго дня. Помогай, помогай. Перевернули его. Это не первый вот так. Да по тебе видно. Аут, аут, Рен, аут. Есть, есть, Рен, играй. Я сейчас проклинать буду. Сань.
До мяча. Собрались тут деды. Да, старые пердуны, блядь, раз. Главный пердун нет. Энергетики нельзя. Борьба, борьба, борьба! Блядь! То есть семечки, энергетики нельзя, а пиво можно? Конечно. Тридцать пять с половиной, 36. А что? Викс, короче, я тебе рассказываю. Я, можно сказать, уже 2 года, каждые выходные, и не только там, если брать будни, писал превью. Нет, это плохо. Писал превью. И читали их в основном никто. И только лайки там я и ты ставили, и все. Но видишь, Лола стала первой женщиной, кто добрался до этого паблика и прочитал его. Лола молодец, наш человек. Сигнал, отходим. Слишком долго читать было. Слишком долго? 8 матчей, что делать? Ты там слишком расписываешь, мне кажется. Я просто женскую лигу даже не читаю. А там кто-то пишет, что-то? Да. Кто там, Левдан или Юля, кто там? Кто-то из них пишет. Ну, в последнее время Левданский. Они же не пишут там больше. Он пишет краткие, да, и то. Да. А так подкасты, да, делают. Ну, всякие эти выпуски. А выпуски ты смотришь полностью? Женской нет. Подаем в пределах прав. Чуть-чуть. Происходящее. Смотришь только вот это, настоящее. Да походу. Да. Поехали. Я чувствую, знаешь, Бикс, она же вот делала нарезки с матчей. Эти заметки с матчей Грозных. И она только все мои голы и еще Дениса Бабушкина на повторные, чтобы я вот эту херню смотрел. Ну ни одного спасения, а их было 2. А я, по-моему, сделала, кстати. Да? Когда ты спасал. По-моему, первые 2 момента были как раз-таки. Все может быть. Оставалось 13 минут. Так себе. И просто первые же забросы в меня специально. Я ошибся. Не, ну конечно, блоком защиты распадает без просто. Мне показалось, или у Тамазова быстро нервы сдали. А он в последнее время. Он сам-то лучше. Лёх, коснулся, да. Но нервы у него очень быстро сдают. Нервы сдают. Ну понимаешь, ты играешь. Парни, отходим, пожалуйста, отходим. Одна ничья и все поражения. Там, конечно. Ну это он за слабые команды не играл, такие прям. За слабые, а Грозная сильная команда, что ли? Ну не скажу, я имею в виду то, что бывают такие моменты. Но они против офсайда уже играли? И им еще предстоит познать. Ну вот. Будет весело. Лево, лево!
надеюсь, они не 12-го будут играть. Да, очень. 4-2 же? Да. Добро, встань, добро. Давай, повыше, Лёш, повыше, блядь, по низу, займи, ёпта. Три мяч ходит, Тань. Рома, Лёш, Рома, ширина! Ты уходи, ёпта. Уходи, уходи, Саш, уходи, мы здесь справимся. Дим, до конца с игроком, Дим. Ты не будешь дал, да? Дань, вышечку ты собираешься. А Юра подскочит, я думаю. И скучит. Не работает. Чего ты на мяч? Миниатюра охуенно. Меня 12-го не будет. Что у тебя? Меня 12-го не будет. И что, ты пропустишь великую... Если вдруг будет... Ну, если они играют, то да. Да и, блин, я бы сам это, если честно, не особо на это. Мне просто интересен результат итоговый. 15-3 там. Ну, это в лучшем случае. Видя сегодняшнюю реализацию, это прям супер. Понимаешь, просто один Тамазов раз 5... Просто не попадал в сборку из хорошей позиции. Не то, что супер верный момент, но хорошую позицию. Не спорю. Спор, иди! Мимо. Гавр, Паша. Какой Паша? Пивнев? Лысый. Как мы помыли? Пивнев. Рэббить вышку. Я чуть не наебнулся просто. И так страшно в ней сидеть. Все нормально. Не надо! Хорошо. Саша. Дай. А что я не видел, о чем писать? Посмотри на да. Сейчас будет. Как так-то, блядь, ну так? Смотри, как качает. Вот это пицца вообще может. Ну так, посмотрим. И Дима раскачал вообще. 53-я. Мура еще на пиццу придумывает. Нет, сегодня голов много хороших. Он даже из фарта трюка сбросил нормально. Нет. А вот, вот, да.
Нет, Сокола нельзя пить до двух человек. Я согласен, не пил мяч, когда я даже не был готов. Хотя когда я был готов, надо золото. Суницу надо раздать 7-6 в этом матче. Желтая карточка 54. Тому. Да. Не перо. Ты что, будешь работать нигде? Что ты будешь делать? В смысле? Когда? Ты говоришь, что увольняешься. Я думаю, пару деньков отдохнуть и пойти искать другую работу. Ничего не устраивает. Слушай, я должна была уволиться еще в феврале. Надоело? Ну, не совсем. По деньгам мало? Во-первых, по деньгам, во-вторых, слишком много требований, которые должен выполнять руководитель именно, который выше меня стоит. А выполняю я. Сигнал, сажочек, игра. Но еще надоело то, что типа у меня в субботу выходной, а я все равно работаю. И как бы он не оплачивается. Продолжение. Сигнал, пожалуйста, отходим, еще идем, идем. Хорош. Сядь, Андрюх! Сядь, сядь! Копчики какие в дивизии? Ну да. Дима, ты центр! Ну, дефест. На этом там еще можно. Дима, ты! Дай, дай, вот! Паш, ты, Иван! Нет. Все, еще раз! Здорово! Кто есть? Паш, ты! Серега, вот! Сань, двое с тобой! Найдем, найдем! Не бегите сюда! Давай, давай,
жопу, блядь! Я тебя отдаю, открываешь, ты сейчас меня отдаешь! Лёш, ты сядь! Что делаешь? Объясните мне вообще! Возможно.